Удивительный это город. Утопающие в зелени кварталы новостроек, а рядом реликвии седой старины. Многочисленные исторические памятники здесь берегут, тщательно реставрируют. Санаторий «Старая Русса». Известная здравница, одна из старейших в нашей стране. Постоянно совершенствуется лечебная база курорта. Встают новые корпуса. Ежегодно здесь проходит курс лечения более 20 тысяч человек. Санаторий расширяется, совершенствуется его оборудование. Вступили в строй водолечебница, лечебно-диагностический корпус. А это новый жилой корпус. Он построен на средства колхозов Новгородской области для работников сельского хозяйства Нечерноземья. За успехи, достигнутые в организации лечебно-оздоровительного обслуживания трудящихся, санаторий удостоен ордена «Знак почета». Награду коллективу вручил председатель ВЦСПС товарищ Шибаев.